Хей, hey, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remaster. Окей, давайте я, короче, быстро в бездонную шкатулочку покидаю вещи, которые мне не нужны в данный момент. Потому что что? Правильно, они засорят мне просто инвент. Так, стоять. Так, ладно, я понял. Можно без мышки? Я понял. Нельзя. Так. Секир у меня две зачем-то. Стакались бы они. Лепарда оставлю. Ну вот, допустим, лук, да, у меня есть еще один. А, но он по весу больше. Ну да, все ясно. Травяной щит. Тяжелый щит. Так, это пускай все остается. Броня. Жалко, что я сразу здесь и продавать не могу вещи. Это очень кропотливая работка на самом деле. Вот это все переносить. И геморная. Так, я хотел по оружию катану вернуть. Так, стоять. Ой, сейчас встанем. Изменить F. Так, присесть. Открыть бездонную шкатулку. Оружие. Катаном. Ставим. Выходим, выходим. Предмет ставим. Лебарда. Надохнуть. Усилить броню. Я ничего не буду усилять. Изменить заклинание, когда у меня нету ячейки магии. Так, орден. Изменить заклинание. Починить снаряжение. Вот. Вот что мне нужно. Вот что мне нужно. Главное, что недорого. Это самое главное. Окей, побежали. А, стоять. Точно. А что мне делать с отравлением? Ну, у меня есть один вариант. Так, что мне по кольцам стоит? Подождите. Железное кольцо, что оно дает? Я вот так и не врубился. Улучшает чувство равновесия на нетвердой земле. Воу. На нетвердой земле. Как это понимать? Так, давайте я, может, быстро тогда колечки чекну. Так, альбарда, альбарда. Рыцаря. Короче, думал, альбарду, блин, ну ее нужно выбить еще с рыцаря черного. В нашем случае мы можем с вами этот заюзать. Так, Dark Souls, сейчас... Блин. Так игр убить могут. Пока найдешь. То, что ищешь. Так, предметы, кольца. Да сука! Dark Souls, предметы, кольца. Так, какое у нас там колечко? А, черненькое, да? Железненькое. Вернем. Железное кольцо, да, у нас ржавое. Так, снимает штрафы от передвижения в воде. Во! Ржавое железное кольцо.
По идее, там у Носано, да? Ржавый желез... Да, все. Штрафы по перемещению. Короче, мы быстрее бегаем по воде. Поэтому. Не посрать, сдохну. А у меня человечность, да? Ладно. Не, уже не посрать. Ну, ладно, она будет не так сильно мне наносить. Поэтому пробежим. Мы пробежимся. Близняков я трогать не буду. Потому что это не слизники, а пиявки. Так, хпшка мне мало идет. Но это отравление. Здесь хотя бы понятно, что наложили на меня. Ладно, ваншотится тоже это все дело. Так, смотрим. Тут ничего. Знаете, их тут много. Я так еще и выжить могу, слушайте. Ну, смотря то, что я почти ничего не трачу по хпшке. Ой. Единственное, что меня вот они задевали. Жертвенный клинок. Сейчас прочту, когда прибежим. Плевать, побежим по воде. Нам все равно ничего не наносит. Туда можно сейчас бегать, вот сюда, вот в это дерево. Так, а что здесь у нас? Здесь, походу, ничего. Хорошо. Лягом. На дерево я тоже не побегу сейчас. Я хочу... Мне нужно хотя бы это. Пипец там. Вражин. Эффект быстро накладывается, на самом деле. Типа по одной стороне, по сути, здесь можно пробежать, все сделать. Он понимает, что это очень кропотливо и долго. Пускай, короче, задевает. Пускай отравляет, все равно это медленно накладывается. Найс. Бам. Бам. Готово. Человечность. Плюс что-то там еще было. Блин, жалко, что я не ваншочу. Мне все равно не хватает урона.
А, плюс человечек стоять. Ого, забегаем к костру. Легкие жуки. Изи легкие. Вожечь. Вы не можете вожечь больше без тайного обряда. Какого тайного обряда? Ой, у меня 11 тысяч. Новый уровень. Выносливость. А, так мне еще сопротивление тут дает. Без защиты. Угу. Правая рука. А, давайте здоровье лучше до 700 вкачаем. Так, побежали. Ой-ой-ой. Это больно было. Так, что за громилы? Что за громилы? Сейчас мы к ним тоже забегаем. Сначала... Так. Но если что, мне туда нужно. Так, у меня уже две человечности. Так, тут что-то есть, да? Я бы тут что-то спрятал. Странно. Странно, что здесь ничего нету. Владение Квилек. Так, парнишек лучше не трогать. Из них может кое-кто вылезти. Она сейчас будет? Минус человечность тогда. Чё, поехали? Поехали. О, она мне... Вот, а вот этот персонаж меня привлекает. Ну, если не брать нижнюю часть, конечно же. Вот когда до этого босса дошел, я, короче, потом такой думаю, ну нахер, и юзал читы. Рисунок только я прошел, конечно же, сам. Ты там гореть будешь? Ой, я в лаву вступил. Thank you.
Хоп. А, нечестно. Изи. Ха. Знаете, мне кажется, либо я начал... Боже, это просто после секира я... Она мне дала человечность. Изи, просто изи, ребят, просто... Не, стойте, я соврал, я проходил это сам. Я не смог там, где этот зам... Не, или замок я тоже проходил. Я не помню, до куда я тогда дошел. Так, подождите, здесь все равно штрафов уже нету. Поэтому колечко мы меняем. Ставим на защиту. Переключаемся. Дэн-дэлэн-дэлэн. А в этот я не пойду. В руины Лондона старого. Потому что там жопа. Все, зашибись. Ворота открыты. Ворота открыты, можем гулять. Косточка возвращения, да. Так, запись же идет, надеюсь. Да, идет. А, дальше советуется, типа, не идти сюда, да, а идти в другие. Блин, я меч прокачаю. Я могу, если что, его прокачать два раза. Мечок свой. Не знаю, куда я бегу, зачем я бегу. Просто бегу. У меня как раз два этих же есть, демонических. Не, дальше... Подожди, а что у нас дальше там? Я не помню. Мне лучше вернуться, на самом деле. Было бы хорошо. Настоящий найду путь сокращенный. Скорее всего, там, где мельница. Это будет сокращенный путь. Комната лифт. Комната лифт. Тут где-то еще иллюзорная стена должна была быть. Снизу. Не здесь, снизу. А то на нижнем этаже. Или здесь. Подождите, не помню. Не-не, все-таки внизу. Все-таки внизу. Фух, главное, что мы убили. Главное, что мы убили босса. Все. Для меня это самое главное. Ну, блин, нет, меч все-таки в двух руках. Но это честно, знаете, на пацана нужно, типа, не бояться и пытаться убить. Мы убили, мы молодцы. В принципе, она ничего такого не сделала сложного. Типа, удар мечом, но мы отбежали далеко. Единственная для нас проблема, это была лава, которая пуляет ее, типа, паук. Потому что паук, типа, может ходить по лаве, а я нет. Плюс еще есть там атака взрыва. Атака взрыва вообще мне может жопу порвать. Почему? Потому что... Представьте вот ситуацию. Эта херня взрывается. Ой, тихо. Вот видите, типа нельзя бегать по воде. Без колечка. Йос, мужики, как вы? Как поживаем?
покати поле. До свидания, пацаны. Увидимся в следующий раз. Так, а что мы теперь делаем? Мы возвращаемся к этому костру. Я отдыхаю. И давайте, наверное, все-таки заточим оружие. Усилить оружие. А, точно. Предметы прочистить новые. Так, сюда давайте отбегум. Инвентарь. А что мы хотя бы получили? Ага, огромную дубину мы получили. Местника. Ладно. Жертвенный клинок. Большой кривой меч для древнего загадочного ритуала. Заряжен ужасной тайной энергией, которая восстанавливает здоровье при каждом ударе. Ух ты. Так, стой, я немножко не туда зашел. Так, нож мясника. Большой мясничный нож повара нежити. Людоеда, скрывающая в глубинах. Скорее инструмент для разделывания, чем полноценное оружие. Те, кто столкнулись с его смертоносным клинком, отлично осознают, как чувствовали себя беспощадная жертва. Так, деревянная дубина, сделанная из огромной ветки, превращает врага в лепешку. Такие дубинки могут так колотить врага в землю. И это здорово, ветка. И эта здоровая ветка не исключение. Так, все. Или еще у меня что-то там было. Так, ну, в принципе, нет. Отдохнуть. Усилить оружие. Подождите, сколько? А, так. Подождите. А почему так тогда писала, что стоит это 50к? Ну, не 50, а это 10 тысяч. Ну, так это выгодно, слушайте. Давайте улучшим. Еще раз тогда улучшу. Хотя... А почему только на... Ну ладно. Дальше уже, видите, два нужно. Новый уровень. Могу. Так, давайте здоровье, наверное. Хотя... Я поднимаю на 21, да? Выносливость. Мы сказали, что будем выносливость добивать. Поэтому давайте выносливость до 30-ки. Так, отлично. Так, а что теперь делаем, ребят? У нас как бы варианта 2. Так, сейчас отдохну. Тут на меня загрелась эта тварь. У нас два варианта. Либо бежим к дереву, либо бежим обратно туда, где мы были. Смотрите. Глубину мы нашли. Потом темный сад, полость. Крепость. Мне нужно, короче, вернуться обратно. В замок тот, который открылся. Но мы, в принципе, можем с вами просто пробежаться. Там, где мы были. Для того. Чтобы я возжег. Чтобы возжечь и чтобы костер был улучшенный. Чтобы я зря человечность не потратил, если вдруг умру. Где секретный проход? Вот он. Блин, я помню, как я этого мужика убил. Черт. Еще видите, костер есть. Поговорить. Так, что тут у нас? Ты что, новая прислуга? Ну да. Но у тебя нет яиц. Неважно. Проходи и поговори с прекрасной госпожой. Надеюсь, ты не забудешь о хороших манерах. А я его тогда убил. Потому что я подумал, это враг. Замечу, что здесь тоже костер, типа. Уже чмо? Нет. Я с ней все равно говорить не могу, потому что...
усилить флягу с Секстусом. Требуется душа хранительницы огня. Мы можем ее прикончить. Если мы убьем, скорее всего, нам тоже дадут душу. Нет, не проход. Так, ладно-ка. Тогда. Давайте я в следующей серии потом подумаю насчет убивать ее или нет. Дальше. Сейчас ввожем. И подожжем вот этот проход. А дальше побежим на ветряк. Посмотрим, куда он меня поднимет. Потому что мне нужно возвращаться в локацию. Руины демонов. Так, пожечь. Да. Дверь закрой. Я понял. Дверь закрой. Дверь забеги. Так, хорошо. Туда не побегу, потому что, во-первых, скорее всего, там финальный босс. И если это так, я, в принципе, могу не ошибаться. Потому что, скорее всего, это так и будет. Поэтому мы возвращаемся, как я и говорил. Я думал, меня прикончат. Главное не сдохнуть, самое вот будет обидно. В путь. Надеюсь, я приеду туда, куда мне нужно. А то придется в канализацию возвращаться. В принципе, о том, о чем я и говорил. Классно. Не знаю, почему у меня такое предчувствие. Потому что я опять, наверное, эти зацепил. Много. Они есть, выход. Ну, хоть что-то радует. А вот там что за проход? Или это просто зацепление? А, давай, оборвись. Так, короче, в этот момент я прыгаю. Что будет, как тогда? Нафиг оно мне надо? Так, ну, я думаю, по воде мы уже больше не будем ходить. Поэтому я возвращаю. Блин, я не знаю, что лучше. Вот это хорошо, что услышал. Ну как, я не услышал, а заметил, что что-то перед лицом летает. Какой я, да? Заметчивый. Можете не объяснять, кто там пуляет. Правда, все-таки был костер или нет? Ух ты ж, ё-моё. Так, а этот еще жестче начинает. Ладно. Не забываем, что у меня человечность есть. Ищем быстро. Я не хочу сдыхать. Нужно лучше кратчайший путь искать. Так, 6 флях. Кинжал, хорошо.
Тихо, тихо, пьем, 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 пьем. Потом, потом все я прочту. Волшебное исцеление. Вот почему я его использовать не могу, черт. Так, залезли, выпились. Дальше быстрее, 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 быстрее. 4 фляги осталось. Я вообще не вижу смысла сюда было идти. Я сейчас понимаю, что, блядь, хуйню делаю. Чё? Там текстур не было. Текстур нету. Боже, что происходит? Так, теплый камень светлый с всеми цветами, которые мы иногда добавляем. Восьмой. Радужный камень? Это радужный камень. Ладно, бежим. На этот раз защищаемся. Я понял, хорошо. Колечко. Хорошо, что у меня все-таки это кольцо есть. Что бы я без тебя делал? Вот эти, знаете, вот я думал, что... Кто, кого я первым назвал, типа, самые опасные, кто висящий? Ну, вот эти вот, это раз. Хорошо. А я еще кого-то назвал или нет? Или это только они? Кажется, только они и все. Там висящие враги. Кажется, только они. Слушайте, а может там просто сопротивление есть на этом предмете? Маска хранителя. Так, маска колдуна, которые прибыли... Так, прибыли в Новый Лондон, чтобы запечатать темных духов и четырех королей, павших во тьме. Символизирует их решимость, вечно храняет печать, а также искупление грехов повышен... павших. Однако, двое из трех колдунов, оставшихся служить, и покинули Новый Лондон. Маска лучше по всем стандартам, чем моя, но она больше весит. Так, доспех. Доспех тоже. Так, духов из четырех королей, павших во тьме. Хранители были известны целителями. И ярко-алый цвет символизировал из занятия. Ну, блин, да, чисто вот из того, что весит много. Это херня. Так, 40 гигов. Уже. Так, 4000. Где-то там валяются мои, которые я уже подобрал точно. Так. Сука. Но я не вижу смысла. Разбиваю. Нахер здесь все. Иди сюда. Так. Сейчас я к собакам тоже спущусь. Если вы думаете, что не, я к вам сейчас ко всем пойду. Пока я в отраве, я могу вас атаковать уже.
Не бояться за себя. А, ладно. Все равно убью. Прибегу, убью. Вы что думаете? Мне плевать. Мне плевать, что я сдох. Ура. Начинайте. А, круто. Окей. Сейчас ты тоже помрёшь. Ты что думаешь? Ты будешь жить? Так. Мне нужно так сделать, чтобы разон взять. Они отлетают. Блин, вы отлетаете. А нет. Походу это я отлетаю. Кажется, это я отлетаю. Ну ладно. Душохранительница огня. Изи. Плюс экстус на троечку. Не зря я мучился. И мучаюсь. Ну, на самом деле это уже не страшно, потому что у меня что есть правильно? Экстус увеличенный. Плюс, что? Правильно. Я убил этих всех тварей. То есть они мне уже не помешают. Изи, изи. Не, я что-то не понял. Я не понял стоять. Тут стена. И тут стена. А куда мне идти? Так, ну тут закрыто. Для чего здесь проход? Только для... Не, ну знаете, типа, да, здесь можно было помучиться и заполучить душу... Огня, все. Походу здесь больше ничего нету. Ну, если так, в принципе, что нам тут делать? Как отсюда вообще теперь выбраться? По-тихому. Как нам теперь так выбраться по-тихому? Чтобы никто не видел. Типа, камон. Мне плевать. Ну, сдох я. Ну, главное мне найти теперь отсюда выход. Потому что как я сюда мог, по сути, попасть еще без... Ну, не проходя канализацию. Я какие-то... Я ворота какие-то открывал. А, хотя, ребят, знаете, что я сделаю? Я закончу все-таки серию. Я побегу к хранительнице огня. И мы, наверное, в дерево пойдем в следующей серии. Но оно очень опасное. Это место, поэтому посмотрим.
это мы посмотрим. Главное сейчас мне выжить. Да нет, он уже не пройдет, он там не пролезет. Слишком широкий. Сейчас с помощью кувырка сразу вниз. Главное не сдохнуть, это самое главное. Если я сдыхаю, я просто сразу заканчиваю серию. Потом начнем с того, что я... А хотя, давайте, знаете, что сделаем? Я спущусь, наверное, нормально. Закончу серию. Ну, типа, спущусь нормально, улучшим флягу с вами. Секс-то. А после я... закончу серию, отрендерю все, что я уже наснимал. А это 6 или 5 серий. Ну, короче, все, что с новой серии начинается у нас, Dark Souls, самая первая серия. Ну, новая, которая, да? С того времени я снимаю. Залпом. Поэтому, поэтому... Хранительница огня, я иду к тебе. Ну-ка, поговори. Посвяти себя прекрасной госпоже. Тогда я дам тебе все, что ты попросишь. Если тебе что-то нужно, прежде спроси у меня. Купить предметы. Ну, давайте, наверное, чтобы отравы не было. Снова ты. Изменить снаряжение. Нет оружия для улучшения. Вау. На болтовне нет времени. Твои мысли должны быть о нуждах прекрасной госпожи. Купить предмет. Список слуг. Усилить флягу с экстусом. Интересно, если я ее убью, я получу, да, по идее, костер? Ну, типа тушку. Ладно, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.